магнит, магнетизм. Английский ученый Фарадей всю свою жизнь пытался найти гармонию в окружающем его мире. Он верил, что физические явления каким-то образом связаны между собой. Пытаясь раскрыть тайны света, электричества, магнетизма, Фарадей сделал множество удивительных открытий. Одно из них – взаимодействие света и магнитного поля. Оказалось, что магнит влияет на свет, изменяя его поляризацию. Именно тогда родилась новая наука – магнитооптика. Правда, прошло более 100 лет, прежде чем она стала развиваться. Толчок дала технология, когда научились выращивать кристаллы, которые были прозрачными и обладали магнитными свойствами. Тонкую магнитную пленку научились наносить и на немагнитный кристалл. На нее можно даже фотографировать, не расходуя при этом серебро. Свет, в данном случае лазер, меняет магнитное состояние вещества, как бы делая с изображения отпечаток. А по существу это эффект обратный тому, который открыл Фарадей. Там магнит влияет на свет, здесь свет меняет магнитную структуру пленки. Свойства магнитной фотографии поистине безграничны. Это и регистрация элементарных частиц, космических лучей и дефектоскопия. Объекты съемки даже не обязательно должны быть видимыми. Да-да. К примеру, вот это – портрет невидимого инфракрасного лазерного луча. Сейчас мы заглянем в глубину микромира. Эти причудливые красно-желтые лабиринты называют доменами. Это и есть магнитные структуры. Полосы – это стенки доменов. Размер каждой – несколько микрон. В некоторых магнитных материалах они передвигаются прямо-таки с фантастической скоростью, до 20 километров в секунду. Уже сегодня магнитооптику начинают активно применять в технике хранения и обработки информации. Доменные структуры оказались для этого очень удобными. Вот домен, это единица. А в соседней точке его нет, это ноль.
единица, ноль, ноль, единица. Значит, информацию можно записывать в двоичном коде. На основе подвижных цилиндрических доменов сейчас пытаются создать запоминающие устройства для ЭВМ. Плотность информации может достигнуть миллиона бит на квадратный сантиметр. Это значит, что на одном сантиметре можно будет записать содержание целой книги. Важнейший узел современной оптоэлектроники – управляемый транспарант. Буквы, цифры, символы записываются в доли секунды. Причем стирать и перезаписывать можно неограниченное число раз. Материал, который практически не стареет. Смотрите, происходит почти невероятное. Пучок света, проходя через магнитный кристалл, отклоняется на угол до 40 градусов. Мне удалось намагнитить свет. Когда-то, давным-давно, сказал Фарадей. Сегодня мы с вами только заглянули в таинственный микромир магнитных структур. А завтра... Завтра, может быть, станет понятным взаимодействие магнита и света в масштабах всей Вселенной. Ведь мир, как вы помните, магнитен.